Всем привет, мастерская салон-компания. Извиняюсь, я Вячеслав, приветствую вас. Так, акция завершения 2022 года продолжается. Сегодня будут у нас в ролике, ну и в акции ножи, на которые, в принципе, я такую скидку никогда не давал. Но раз уже завершили мы их изготовление, не держать же их еще 3 недели. Поэтому акции продолжаются. Давайте. Модель S11. Стабилизированный сувель береза. Съемный подвес. Модель S11. На них на всех нет логотипа, только завершили вечером изготовление вчера. Поэтому сейчас сниму ролик, поеду логотипы ставить. Ну и они не заточены. Модель S11. К нему идут еще кожаные ножны в комплекте. Если когда-то я что-то непонятно по ценам, всегда можете посмотреть цены на сайте. Так, длина клинка 144 миллиметра. Нашел тангель-циркуль, искал. 29 миллиметров ширина клинка, 3,9 толщина клинка, 128 длина рукояти. Ну, классический наш модель S13 с премиальной шлифовкой, двумя долами. Деревянных ножнах. Подвес на место сделаем. Ну вот стоимость такого комплекта у нас по прайсу 18 900 рублей. Я сам, как видите, на сайте смотрю. 18 900 рублей по прайсу, минус акционная скидка 22%, получается 14 740 рублей стоимость вот этого комплекта. Так, убрать. Ну а далее у нас пойдут как нагрудные ножи. Тут партию сделали ножей нагрудных. Ну и давайте их покажем. Первый нож. Вот так вот будет смотреться. Тут длинный. Кому как нравится, можно убавить. То есть меньше всегда можно сделать. А удлинить не удлинишь вязку, веревку. Как я не раз говорил уже, мне нравятся такие мелкие ножи. Поэтому мы их делаем иногда. Ну и вам нравится тоже, покупаете же. Скинду сталь 95H18, ну, такой большой ножичек.
Так. Длина клинка 60 мм. Наибольшая ширина клинка 25 мм. Толщина клинка 1,8 мм. Длина рукояти 82 мм. Ну, такой вот, так вот он в руке лежит. Ножичек. Так вот выглядит. Стоимость его по прайсу 7900 рублей. 7900 рублей минус опционная скидка 22%. 6160 рублей стоимость этого. Здесь такая же цена, тоже 995 Х18. Цена такая же, 7900 по прайсу и 6160 рублей. Так вот выглядит этот ножичек. Его можно как кухонный использовать, можно использовать и на природе. Здесь уже 82 миллиметра длина клинка. Наибольшая ширина клинка 17 миллиметров. Толщина клинка 1,86. И длина рукояти 99 миллиметров. Длина рукояти. Ну вот, в принципе. Огурчик порезать, картошечку почистить. Как на кухне он пригодится, так и на природе пригодится, я думаю, такой универсальный вариант. Ну и таких вот ножнах идет. Так вот это все смотрится. Можно поднять. Так, по акции эти два ножа были 6162 рубля. Далее у нас идет такой вот нож. Да, здесь был черный граб дерева, здесь стабилизированная карельская береза. У этого ножа дерево стабилизированная карельская береза. Клинок М398. Ну, это тоже и на кухне пойдет картошечку почистить, и на природе пойдет. Эти уже побольше стоимость, 15500 рублей. Минус акционная скидка 12090 рублей. 60 миллиметров длина клинка. Пятнадцать с половиной ширина клинка. 2,2 толщина клинка. И 90 миллиметров длина рукояти. Такой вот небольшой ножичек. Вот. Так вот он смотрится. Так, по акционной цене 12090 рублей. М398. Карельская береза стабилизированная. Так, далее скинду у нас идет. Эти два модель S6. Ножи. Модель S10. Ножи.
Далее у нас идут два скинду. Они, в принципе, одинаковые. Ой. Сталь М398, рукоять Ironwood. Давайте. Такие вот скиндушки. Первый 50 миллиметров длина клинка. Ой. Наибольшая ширина клинка 27,5 миллиметров, толщина 2 миллиметра, длина рукояти 82 миллиметра. И второй так вот он выглядит. Длина клинка 55 миллиметров, ширина клинка 28,5 миллиметров, толщина клинка 2 миллиметра, длина рукояти 81,8 миллиметра. Ну вот. Первый покороче, второй на 5 миллиметров подлиннее. Стоимость любого из них 15500 по прайсу и 12090 рублей со скидкой акционной. Далее я уже показывал, нож он у нас остался, мы его тоже поэтому с акционной скидкой выставим сейчас. Этот нож готов к отправке. Так, его цена 15 900 рублей. Ну пусть будет, чтоб не путаться. О, туговато выходит. Чтоб не путаться, пускай тоже будет 15 500 рублей и со скидкой акционный 12 090 рублей. Дамасская сталь, дерево, стабилизированная карельская береза. Семьдесят пять миллиметров длина клинка. Наибольшая ширина 28,65, толщина клинка 2,8 мм и длина рукояти 90 мм, 90,5 мм. Так, на тех были дерево Ironwood. Вот. И еще один нож у нас. Вот так вот он выглядит. Этот побольше уже размерами. Его можно и как кухонник использовать, и как выход на природу можно использовать. И я думаю, рыбку мелкую почистить. Ну, кто приобретет, если найдет, наверное, использование этого ножа такой. Так, 86 миллиметров длина клинка. Девятнадцать с половиной ширина клинка. 2,5 миллиметра толщина клинка, 123,5 миллиметра длина рукояти.
М398, дерево стабилизированное, карельская береза. Его стоимость 19 900 рублей по прайсу. 19 900 минус акционная скидка 22%, 15 520 рублей стоимость этого ножа. Вот еще что хотел сказать. Все, вот тут пчаки из Дамаска делаем. Давно у нас не было пчаков из Дамаска, заказы некоторые очень давно. Наконец-то мне тут выдали партию Дамаска. Очень много, как обычно, уходит в брак с непроковым и все. Но есть мелкий брак, который вылазит уже после полировки. И если кому-то интересует, я могу эти клинки продать по цене шлифовки. То есть по 2000 рублей. Просто за шлифовку я уже заплатил. Кого-то интересует, если забирать по цене шлифовки. Так, вот здесь, я не знаю, видно вам или нет, вот здесь небольшой непроков, непроков есть. Такие мы в работу не пускаем, хотя затравится, если кузнецу отдавать, что-то херню слагаешь, затравится, я не затравливаю ничего. Показываю, вот если кого-то, вот она. То есть этот будет рисунок, будет вот такой вот у этого клинка. Такой будет рисунок. И есть еще один клиночек. Чак. Здесь тоже. Блин. Вот в этом месте. Вон видно, видите? Непроков. Здесь вот. Вот здесь видно. Рисунок будет вот такой вот. У этого. У первого размера. Сто 75 миллиметров длина, ширина 33,5 миллиметра, толщина 3,3 миллиметра. У второго будет длина 173 миллиметра, ширина 34,4 миллиметра, толщина 3,3 миллиметра. Ну вот, если кого-то интересует, по цене шлифовки могу отдать. На этом все. Всем здоровья, всем хороших выходных, хорошего настроения. У нас метель начинается. Вот. Ну, а мы пойдем работать. До новых встреч.